Добрый вечер, уважаемые зрители Живого ТВ. Как обычно, по воскресеньям в 5 часов вечера, сегодня 2 декабря, в эфире программа «Точка отсчета». Ну, у нас сегодня день такой политический. Мы, я надеюсь, воздержимся от политического контекста. Я думаю, что вам и без этого, и без нас хватает всех реклам и политических реминисценций. Мы поговорим о нашей одной любимой наболевшей теме, о том, как нам обустроить фантастику. Сегодня у нас в гостях человек-легенда. Вообще уникальный персонаж. Я думаю, что многие не верят, что он существует в живом виде, что это, наверное, может быть, виртуальное образование некое. Но, однако, вот рядом со мной сидит та самая легенда, воплотившаяся в жизнь. Создатель самой, наверное, известной и популярной библиотеки Рунета. Основатель многочисленных библиотечных интернет-сайтов Максим Машков. Здравствуйте. В первую голову, я думаю, что мы сначала выясним у Максима все самые сокровенные и тайные подробности, а потом ответим на вопросы, которые, как ни странно, тут уже накопилось. Так что, видимо, Максим, посетители вашей библиотеки испытывают огромную необходимость пообщаться. Но сначала все же для зрителей Живого ТВ, для тех, кто, может быть, не очень знаком с историей существования библиотеки Машкова. Библиотека существует с 94 года, да? Ну, официальную дату назначили на 94 год. То есть она еще раньше открылась? Я в какой-то момент занялся исследованиями, вспоминать начал, когда же она возникла. Но вот самые ранние упоминания у меня в файлах нашлись на ноябрь 94 года. Видимо, тогда она и возникла. А тогда не могли бы вы нам рассказать поподробнее, с чего вообще все началось, откуда взялась такая идея? Ведь в то время еще не было такой потребности в сетевых библиотеках, как сейчас, например. И даже многочисленные вот эти вот диски, которые чуть позже появились, там мировая литература, том 100, том 150, тогда еще ничего этого не было. С чего возникла эта идея, почему вы начали этим заниматься? Ну, сдается мне, что идей было несколько, они просто в одном месте воткнулись. Моя идея называлась «Универсальная среда поддержки программирования Микромир». Эта система разрабатывалась на мехмате МГУ. Это была система текстового редактора, который обеспечивал, был одновременно и редактором, и системой хранения всего на свете. Текстов, программ, книжек, ну, чего угодно. Этой системе нас обучили, показали, как ей пользоваться. Потом я на работе обнаружил точно такую же реализацию и стал жить в ней. То есть у меня на работе была система хранения и управления проектами, редактор РК. Вот в этой системе я у себя на работе собрал маленькую коллекцию электронных текстов. И было это в 90-м году. Точнее, началось в 90-м году, и с тех пор начало пополняться. Вот эта вот система хранения с самого начала была предназначена и удобна для всего, в том числе для того, чтобы сделать на ее основе маленькую библиотечку. А в 94-м году, когда я добрался до места работы, где был интернет, познакомился с технологией HTTP, CGI скриптов и вообще вебовской технологией, я так это самое немножко поразмыслил, пораскинул мозгами и понял, что система хранения РК, которая была у меня на работе, в которой была моя подборка, моя коллекция, довольно легко транслируется, перепрограммируется на вебовские рельсы. И вот для меня это была задача технологическая. Реализовать, то есть сделать еще одно представление этой коллекции на ВВВ. Я ее сделал. Программировал, страшно сказать, на языке щел. Это даже программированием сложно назвать. Максим, не ругайтесь в эфире. Ну, красивое слово. Нас слушают женщины. Красивое слово. Оболочка. Оболочка пользователя Unix. Вот на этой оболочке пользователя Unix я написал несколько скриптов, которые стали в автоматическом режиме отображать мою коллекцию из-под редактора РК в интернет, так, чтобы это было видно через обычный браузер. Так что эту задачу-то я и решал. И идея была не библиотеку собрать, а сделать вот этот конвертер-преобразователь. Я его сделал. Положил, а дальше, как все начинающие интернетчики, начал медитировать на счетчике. Но счетчика Рамблера тогда не было, просто на статистику.
там всем интересно, чтобы их читали. Мне было интересно, чтобы на мою страничку тоже народ захаживал. Ну и одновременно я обшаривал весь интернет, который тогда был, а российский интернет был очень маленький, и собирал со всех углов все книжки в электронной форме, которые удавалось найти, потому что я все-таки коллекционировал. То есть для меня там вот библиотека это была лишь реализация технической идеи, а коллекция это была моя любовь к коллекционированию и к добыванию текстов. Вот я их добывал, клал в библиотеку, ну и народ туда начал похаживать. Ну, то есть это все-таки не хобби, а некое развитие ваших профессиональных способностей. Ну, можно и так сказать. Развитие способностей, которое перешло на хобби или хобби перешло на это самое. Вот до сих пор остается хобби в этом смысле. Ну, потому я так подозреваю, что в те времена многочисленные гигабайты, о которых сейчас написано на первой странице Libru, тогда еще столько библиотека, конечно, не занимало. Ну, да, то есть это собралось за... Многочисленных, там, если мы возьмем декабрь 94 года, то этих многочисленных гигабайтов было 0,15. А сейчас? Ну, сейчас библиотека 6 гигабайт, самиздат 7 гигабайт, музыкальный хостинг где-то там к 300 гигабайтам подбирается. Ну, то есть, получается, если считать по Libru, то объем вырос чуть ли не в 400 раз. Ну, видимо, да. И все это за 13 лет, да, получается? Могло бы быть и больше, но если бы я этим занимался профессионально и с увлеченностью. Но, с другой стороны, и так неплохо получилось. Ну, а сам принцип формирования, Максим, понятно, что в 94-м году о авторских правах там речь не шла. То есть, исходя из знаменитого, сейчас, правда, подзабытого уже, наверное, скандала с Геворкяном и с книжками Марининой, тогда, ну, я не думаю, что вы там таили какие-то злобные идеи поворовать у всех книги и немедленно их выложить. Тогда просто, наверное, за этим не гнались, а когда авторы вдруг неожиданно вспомнили о своих авторских правах, начались такие вот неприятности. Расскажите немножко об этом деле, сейчас, наверное, все уже подзабыли. Чем оно вообще кончилось, кстати говоря? Ну, сдается мне, что автор это вообще до сих пор об авторских правах плохо помнит. Там, об авторских правах вспоминают те, кто хотят на этом клепать деньги. Издатели, юристы, торговцы. Ну, в основном многочисленные организации, которые делают вид, что представляют авторские права. Да? Много кому интересно этим заниматься. Там, сдается мне, что как раз писателям и авторам это в последнюю голову приходит. С Марининой я познакомился, ну, точнее, с Марининой. С Марининой я до сих пор не знаком лично. Я где-то в году в 98-м или в 98-м познакомился с ее литературным агентом и представителем. Вот, и тогда же мы как раз и договорились, я получил от него разрешение держать книжки Марининой у себя в библиотеке. И когда когда начался вот этот скандал с правами, это, там один из первых, кому я позвонил, был марининский литагент, и он там подтвердил, что ни у него, ни у Маринины ко мне никаких претензий нет, и что там один из немногих, кто может в ее отношении чувствовать себя спокойно, это библиотека Машкова. А с Геворкяном, ну, разрешил он когда-то держать свои книжки, а потом взял свое слово назад на суде, объявил, что ничего не разрешал и ничего не помнит. Ну, такой человек. Оставим это на его совести. Так что дело кончилось тем, что суд присудил выплатить ему 3000 рублей за нанесение ему нравственных страданий. Вот. И он эти деньги получил. Ну, и на этом дело все и заглохло. А кроме вот этих двух случаев, еще какие-нибудь варианты Было несколько наездов, но они все-таки вот до такого прямого судебного разбирательства с решениями судов и так далее, и окончательными постановлениями не кончились. Там, в конце концов, разрулили, порешили их миром. Ну, то есть это, опять же, получается, пытались... В рамках борьбы с пиратскими проектами почти все эти операции были не в рамках борьбы, там были всегда какие-то дополнительные цели, там где-то пиар, где-то там просто попытка решить проблему бесплатных библиотек, чтобы расчистить место для торговли и для захвата монополии. Но опыт показал, что вот такая прямая лобовая война, она ни к чему хорошему не приводит, потому что те, кто нападают, они столь же уязвимы. Вообще сейчас новый-то закон такой, что уязвим от авторских прав любой сайт в Рунете,
То есть все ходим под Богом и под этим законом. И на каждого можно наехать и благополучно отсудить от него какую-то компенсацию за нарушение тех или иных авторских прав. Ненарушителей практически нет. Ну, насколько я знаю, большинство авторов новой волны, особенно, наверное, из нашей фантастической когорты, все-таки относятся к библиотеке Машкова в достаточной мере лояльно, потому что, ну, многие начинали, в том числе, с библиотеки Машкова, с самиздата. Многие считают... Ну, некоторые и не с самиздата начинали, но, впрочем, с самиздата начали очень многие. Ну, по крайней мере, я никогда не слышал от большинства авторов, особенно от молодых авторов фантастики, претензий в сторону библиотеки Машкова, скорее наоборот. И, насколько я понимаю, официально тоже не считается библиотека Машкова пираткой, наоборот, это как некий противовес, да, даже вот Федеральное агентство по печати дало вам грант на сохранение текстов русской классики. Расскажите чуть поподробнее об этом, Максим. Год-два назад, я уже начинаю забывать сроки, агентство по печати решило меня поддержать. Я оформил заявку на получение гранта. У них как раз тогда был конкурс на культурные проекты в интернете. И эта заявка, там у них прошла экспертизу. Признали, что она вполне себе неплохая. И мне выделили грант в 1 000 000 рублей, который я благополучно в течение года освоил, растратил и там, сделал довольно много. Купили сервер самиздату, которому сервера явно не хватало. Купили сервер библиотеки. Купили несколько персоналок и сканеров для людей, которые больше всего занимались сканированием текстов. Ну и проплатили сканирование русской классики. Довольно большое количество книжек удалось просканировать на эти деньги. Так что вот... Раздел «Русская классика» русской библиотеки, моей библиотеки, вот где-то, я думаю, процентов на 70 сейчас, вот в данный момент, укомплектован именно благодаря этому гранту. Ну, там грант кончился, а раздел «Русская классика» остался, он продолжает пополняться, что приятно. То есть, может быть, не столь быстро, как за прошедший, там, чем год назад, но с другой стороны, начало-то... Это был серьезный толчок, и, в общем, по ней видно, что очень хорошо поднимается посещаемость, ну, по популярность, мере, именно случае, даже вот этого официальное раздела. Признание. Ну, официальное признание, я думаю, всегда было. Ну, официальное признание со стороны все-таки в достаточной степени серьезных государственных, ну, институтов. Там, если мы о выборах говорим, то я помню, как где-то... О выборах мы не говорим. В году 2000-м там... И какие-нибудь депутаты или сотрудники правительства со мной контактировали. Так что это дело было и тогда, и сейчас. Это никуда не девается. По статистике всяких электронных счетчиков, там, Рамблера, Mail, библиотека Машкова тут сама, базовая, что ли, структура, Libru, сейчас начинает уступать многочисленным подразделениям. Но насколько вот... Я помню, у вас есть детективное, фантастическое, ну и, естественно, самый большой журнал Libru – это пресловутый сервис «Самиздат». Я сегодня с утра посмотрел статистику, журнал Libru опережает по счетчику саму базовую библиотеку Машкова. А это как бы цель развития или просто такое количество молодых доморощенных писателей, что они уже забивают все то, что пытаются сохранить на... базовую Libru, вы и ваши сотрудники. Сергей, чтобы держать какое-то место в нашем мире, надо все время двигаться. Кто останавливается, тот потихонечку отползает назад. Так вот, самиздат, он непрерывно бежит впереди себя. А библиотека Машкова, которую поддерживаю лично я своими собственными руками, ну, я ее продолжаю пополнять с теми силами, которые у меня есть. Но... Это пополнение очень небольшое по сравнению с тем, что может себе позволить даже тот же самиздат. То есть она не быстро пополняется, в ней нет самых свежих новинок, но и новые веяния в авторском праве не позволяют ее слишком активно пополнять. Поэтому, в общем, будем считать, что она свою задачу, самую главную, выполнила. Она создала явление электронной библиотеки. Вот. Дальше
она может быть фундаментом, потому что сейчас самая интересная система самопубликации. Они интересны авторам, они интересны читателям, и они интересны мне, потому что для меня лично полностью решают проблемы с авторскими правами. Системы самопубликации, они сами себя защищают от, по этому вопросу, поскольку там все чисто именно с законной стороны. Потому что текст размещает сам автор, ровно тот, который хочет, в той форме, которой хочет, может всегда его поправить, добавить или удалить. Вот. И в данном случае именно автор является тем, кто этот текст разместил, то есть непосредственным исполнителем своего авторского права, права как там, размещать текст в интернете. Ну, естественно, что один Максим Машков там не справится с 40 тысяч авторами самиздата, естественно, они больше выкладывают тексты. Ну, как же там, вот в том-то и дело, что зачем справляться, когда можно сделать механизм, который даст им все возможности самостоятельно справляться. Вот это я и сделал. И там вот не... такая вот свобода. Сейчас очень многие говорят о том, что людей, пытаясь что-то писать, приучили к тому, что как только текст написан, они могут его выложить в интернет на всеобщее обозрение, без правок, без редактуры, без серьезной критики. И вот подобные журнал Libru, подобные самиздату сервера, сервисы публикации, самопубликации, приучили людей к тому, что вот как с пылу с жару созданное произведение выкидывается в массы без какого-то предварительного отбора. И это, в общем, породило, как многие сейчас считают, и критика со всех сторон, в общем, идет, породило целое поколение людей, пишущих достаточно грязно. Что вы по этому поводу можете сказать? Ну, я читатель в том числе. Мне нужны хорошие книжки. И должен сказать, что книжки, написанные грязно или плохо, меня, безусловно, не интересует. Так вот, в том же самом самиздате есть люди, которые пишут хорошо, чисто и все время работают над текстом. Их не очень много, но именно они выиграют вот в этой гонке перед вечностью. То есть ты можешь писать как угодно, ты можешь там с пылу с жару что-то шлепнуть в интернет и радоваться, что тебя прочли твои друзья. Вот. Если ты пишешь над текстом не сработал достаточно хорошо, там, через 3 года от твоего текста останется строчка среди там, 500 тысяч других строчек, которые будут в списке интернет-текстов. Напишешь хорошо, твоя строчка будет первой или десятой в этом списке. Поэтому тут все справедливо. Как бы, хочешь стать знаменитым и великим, пиши хорошо и качественно. И там, интернет как раз это и подтверждает. Беда в том, что со стороны сам издат выглядит таким вот братским между собойчиком, что 10 человек, ну, 10 тысяч, 100 тысяч человек, они все равно группируются по каким-то признакам, там эти пишут какой-то определенный жанр, эти пишут там о каком-то одном предмете, и как только появляется текст на исходную тему, которую люди в данной группе любит читать, соответственно, он получает большое количество положительных отзывов от заведомо настроенных нескептически читателей, и, соответственно, человек не имеет ни возможности, ни даже необходимости критически оценить свои тексты и подняться над своим уровнем. То есть получается, что человек написал какой-то текст, вбросил его во свое там вот самоздатское сообщество, его там 10 человек похвалили, 2 поругали, он счастлив. Не получается ли, что очень многие авторы, которые могли бы, наверное, подняться над собой, считают, что этого достаточно, и оседают, как, ну, как в братской могиле, наверное. Ну, опять же, если тебя похвалили 30 твоих друзей, ты можешь посчитать, что задача исполнена. А можешь считать, что тебе нужно, кроме 30 друзей, еще 10 тысяч абстрактных читателей с улицы. Или 100 тысяч, или 300 тысяч. Так вот, на что ты рассчитываешь? Тебя, конечно, похвалят друзья или поругают, но плохой текст, даже если похвалят все друзья на свете, не прочтет 10 тысяч читателей. Вообще, интернет очень интересная система. Там информация о хорошем, выдающемся тексте разлетается. Вот там есть своя среда передачи. Там линк-листы, внешние ссылки. Там сервисы типа Dirty.ru или LiveJournal, где один удачно прорекламированный или просто замеченный субъект вдруг становится дико знаменитым. Там примеров
море можно привести. Там вспомним только что выскочившегося Налича с его ягуаром. Или бригадира, который 3 года назад гремел, и вот к нынешнему моменту, по-моему, 300 тысяч читателей в интернете набрал. Вот почувствуйте разницу между там, тем, что тебя похвалило 30 твоих друзей, и все, и ты остался в этой могиле. И что твоя книжка или там, твой текст стал достоянием передачи по сарафанному радио. Вот прочти, вот перешли и так далее. Но чтобы выйти на уровень передачи на сарафанное радио, надо его написать соответствующим образом. И тут вот все. Там есть у тебя талант, ты так напишешь. Нет таланта, ну будешь учиться, может быть, когда-нибудь подрастешь и напишешь, а может быть и нет. Потому что под сарафанное радио попадет все равно лишь 1 из 1000. Так вот вопрос в том, что как раз подобная схема самопубликации в узком кругу, она напрочь отрицает необходимость подучиться. То есть человек-то, может быть, и способен написать что-то вот гениальное на 300 тысяч. Но не все с самого начала пишут гениально далеко. Может быть... Сдается мне, что вот возможность и умение написать гениально, она сидит зашита в мозгах. Как человек родился, вот он либо рождается великим писателем, либо не рождается. Вот другое дело, что этот великий писатель может из него когда-то вылупиться, если он будет над собой работать, работать на тексте. Ну, если в тебе, это я имею в виду. Если в тебе великого писателя нет, то ты можешь там доклепать там, до какого-то уровня. Ты можешь стать там знаменитым даже, высокотиражным и продаваемым. Там. У тебя могут быть хорошие тиражи, поскольку ты нащупаешь там нужную нишу, где там это дело хорошо продается. Но классиком ты не станешь. Поэтому, вот. О чем идет спор? О том, что жизнь так устроена, там, о том, что ты должен быть либо великим, либо не писать совсем. Но вот интернет показывает, что можно быть невеликим и писать. Там, кого-то устроит то, что его прочтут 30 человек. Если ты великий талант, то извини, то рано или поздно, даже вот из этой вот, казалось бы, братской могилы на 30 тысяч авторов, ты выскочишь. Никуда ты не денешься. Как раз, к слову, у нас вот есть вопрос в чате прямого эфира. Читатели нас спрашивают: Максим, можете ли вы назвать хотя бы там 5-10 фамилий авторов, которые начинали на самом издате и к нынешнему моменту хорошо поднялись? Ну, там, давайте ткнем пальцем в ссылку на самом издате. Там у меня есть рейтинги, а в рейтинге есть список публикаций. В этом списке публикаций, если вы посмотрите, то все, кто печатался, помечают свои опубликованные работы и пишут, где издались. Вот список глянем и видим, что в месяц где-то от 5 до 10 толстых романов выходят только с самоиздатских авторов. За год около сотни точно выскакивает толстых томов. Это люди в самоиздате, опубликовавшие свои вещи. Их там нашли издатели. Там... Я четко знаю, что не меньше 4 довольно крупных издательств просто натурально пасут все новинки и крупную форму в некоторых жанрах самоиздата, и все, что хоть сколько-нибудь удовлетворительно подходит под их критерии, идет на печатный станок. То есть это все-таки не легенда, издатели действительно сканируют самоиздат. Какая легенда? Вон смотрим список, и смотрим ноябрь месяц, сколько там издано книжек. Вот там, если не лень, можно зайти посмотреть прямо сейчас. Нет, вопрос о том, что автор может сам связаться с издательством, предложить свой текст. Как спрашивали, Сворова или еще кого-нибудь, да. Раз победил случайность, два победил случайность. Ну, когда вот они там 100 случайностей за год или там 800 случайностей за последние 5 лет, тут, наверное, какая-то тенденция, однако, наблюдается. Кажется? На первой странице самоиздата есть список. Что ищет издательство, несколько ссылок на крупные издательства, какие Списки, в списке под названием «Кто-то ищет», они списки такие, это списки полулюбительские. Это действительно издательство ищет, и обычно издательство мелкие. Крупные издательства, серьезные, они нигде не афишируют, что они ищут, чтобы им сознательно вот там в руки ничего не кидали. Их устраивает нынешний статус-кво. Они никому ничего не обещают, никому ничего, ни перед кем ничего не должны. Но книжки выходят. Книжки выходят в Эксмо, книжки выходят в Крылове, книжки выходят в этом самом
Ленэздат, по-моему. В Армаде как, несколько вариантов. В Армаде идут эти книжки. То есть много где выходят этих книжек. И все же, если вернуться к вопросу. Фамилии, которые сейчас на слуху, давайте, Максим, хотя бы, ну, пять назовем. Если уж мы все-таки представляем сегодня фантастику, передача у нас фантастическая, давайте Сергей, из фантастического я, жанра. Как бы, я, там, у нас есть выход там в интернет, можем выскочить на самиздат, на первую страничку. Там. То есть, есть люди, которые напечатаны. Есть люди, которые там набрали определенную известность среди фантастической тусовки современной. Многие из этих людей выросли и вышли из самиздата, да, в общем, и продолжают оставаться там, представляя там свои работы. Вот. Но если я буду называть фамилии, то я хочу называть фамилии писателей, которых люблю и знаю сам и читаю. Ну, я вам скажу, ну, братья Стругацкие, они там до сих пор номер один. Тоже выросли с самиздата. Вот, они никогда не вырастали из самиздата. Ну, там, мне же не важно, откуда пришел человек, из самиздата или нет. Вот. Нет, у нас просто был вопрос в чате прямого эфира, чтобы если сейчас авторы, известные на слуху и так далее, которые... Ну, давайте так, кто уже звучит в фантастической тусовке? Пехов звучит. Наверное, кому-то эта фамилия говорит. Юлечка их две. Юля Серомолот и Остапенко. Вот. И та, и другая тоже стали достаточно известны. Вот. Я бы назвал еще, наверное... недавно выскочившегось мародера Аль-Атами. Он пока мало знаменит, но уже довольно громок. В самиздате у него очень большая популярность. И вот эта популярность, она с ним никуда не денется, он еще прогремит. Я бы обратил внимание на Глеба Боброва, который написал шикарный фантастический роман там полгода назад. Про грядущую гражданскую войну на Украине, которую ему очень бы хотелось бы избежать, но он описывает, как это будет выглядеть, если там тенденции нынешние, наблюдаемые им, сохранятся. Вот. Это сильная вещь. Это вещи, достойные там, называться серьезными авторами. Вот. А если вам нужны просто списки, вот там заходим на самиздат, в самом низу список того, что опубликовано за последние полтора месяца, вот фамилия. Есть фамилия. И список публикаций. 100 романов в год. Кто стал совсем знаменит, но, Сергей, опять же, кто у нас вообще за последние 10 лет в российской фантастике стал знаменит? Просто вот так вот, по большому счету, там, по гамбургскому или еще какому-нибудь. Ну, я думаю, что фамилии-то более чем достаточно. Да ни черта, там, почитать-то некого. Ну, Максим, там, я не буду, оставим это мнение на вашей совести, я не буду ее поддерживать. Да, вот кого мы можем поставить рядом со Стругацким? Вот тем там, более, что... Не там, как бы, следующими после них, а вот рядом, над ними. Тем более, что чат считает, что вы ушли от ответа. Так все-таки не назвали фамилию. А, ну, погнали. Глеб Бобров, Аль-Атами, Жарковский. Это вот последний год. Наверное, сейчас надо напрячься, еще кого-то вспомним. Бригадир. Он не совсем фантастику пишет, Юрий Бригадир, но он пишет сильные вещи, которые можно считать фантастикой. То есть 4 человека за последний год? Ну, за последние пару лет, да. Угу. Чат интересуется, он все не может никак без провокационных вопросов у нас так... Часто случается. Чат интересуется вашим отношением к похожим серверам, но можно, наверное, их назвать конкурентами, к Прозору и к Сихиру. Знаю их много лет. Собственно, и Прозору, и Сихиру существует примерно столько же, сколько самиздат. Там их сложность считать конкурентами, они довольно благополучно поделили вот эту нищу, практически не пересекаясь друг с другом. Я лично считаю, что так... Автор, заботящийся о своей вот, действительно литературной стезе, должен, обязан иметь разделы везде, на всех сколько-нибудь крупных литературных серверах.
Потому что там аудитории читательские пересекаются очень не сильно. Там, если ты опубликован только в одном месте, то ты теряешь какую-то толику читателей в других местах. Поэтому разделы надо иметь везде. Раз. Вот. Второе, все-таки есть специализация. Раз. И направление публики. Два. Там, берем стихиру, это все-таки поэзия. Там, люди зациклены на стихах. Берем прозуру. Она, вот, ее можно в большей степени считать конкурентом самиздату, но тут этот конкурент все-таки в три раза слабее, чем самиздат. У него меньше посещаемости, он более бестолково сделан, поэтому отдельно взятый автор, средний, не самый популярный, не верхушка в нем, а именно средний автор, который просто там разместился и на что-то рассчитывает, у него гораздо меньше читателей в среднем перепадает, чем на том же самиздате. Вот, но это не значит, что там не надо иметь раздела, надо иметь раздел. Там это там дополнительные возможности кое-какие есть. Вот. Ну, а хватает ли серверов и там, по-моему, их можно еще штучек 5 состряпать, и всем хватит места. Ну, что такое 30 тысяч авторов самиздата? Между прочим, в LiveJournal, вот самый серьезный конкурент самиздата, это не Prozor.ru и не Stihiro, это LiveJournal, в котором миллион русских аккаунтов, и туда очень серьезно оттягивается публика, которая могла бы заниматься литературой, а вместо этого трендит по дневникам, пишет комментарии, убивает свое время, в общем-то, весьма бездарно. В чем разница дневника от текста литературного? Текст ты написал, и он всю оставшуюся жизнь привлекает каких-то читателей. То есть это вещь вечная в той или другой степени. То, что ты пишешь дневник, тебе читают, вот эту свежую запись читают многие, но одни и те же твои постоянные читатели, раз. А потом все, как бы оно ушло, да, на... запись ушла вниз, и ее не стало. То есть ты в итоге размениваешься на то, что... А в самоздате наоборот, ты разместил текст, его мало кто читает, но зато его читают много лет подряд. И так в среднем, в итоге, ты получишь больше читателей, но не так активно и не так интерактивно. Так что LiveJournal главный конкурент, и он отнимает и читателей, и писателей. Читателей у самоздата, и писателей у самоздата. В общем, ну, это получается такой эрзац литературы. Людям-то многим бывает довольно все равно, чего читать. И вместо литературы вполне подойдет LiveJournal. Ну, может быть, людям бывает еще и все равно, чего писать, потому что больше, ну, достаточно большое, не буду говорить, что больше, достаточно большое количество пишет, в общем, не для того, чтобы что-то написать, а для того, чтобы получить свою толику внимания, да, как американцы говорят, что каждый в жизни имеет право на 15 минут славы, да? То есть человек написал... Ну, конечно, вот проходит 20 лет, там, берем тебя, весь твой дневник, который написан тобой там на много жизни, там, кто будет его читать потом, там, через 20 лет? Там, что будут читать от тебя через 20 лет? Или через 50, или через 100? О том, что там Литдыбр, с тобой что-то случилось... Никого это волновать не будет. Если ты напишешь вещь, если ты напишешь литературу, я буду читать всегда. Ну, Максим, вот. При Но этом я могу лишь там в пользу бедных уговаривать, что... Все-таки большая часть текстов на самиздате тоже, в общем, их нельзя назвать рассказами, их нельзя назвать романами. Там тоже есть своего рода эссе, своего рода какие-то маленькие зарисовочки. Безусловно. Но вот есть просто, значит, среда или там технологии публикации. Одна технология, скажем так, форсирует одно направление, а другое — другое. Я знаю, что в LiveJournal существуют именно литературные странички, где человек там держит марку. Там туда можно прийти и увидишь именно литературу, и только литературу. Но как раз вот в том-то и дело, что самиздаты или там Prozor.ru, они форсируют тебя именно прозу писать, или хотя бы там поощряют, а ЖЖ наоборот. Так может, это все-таки и к лучшему? ЖЖ, там, все эти Life Internet, но Life Journal оттягивают на себя тот контингент, ну, который вот все было бы, просто хочет славы. Был бы согласен, если бы он еще и писателей не оттягивал. А они, там, человек там написал, например, в Life Journal там, за месяц 100 страниц. Для него как бы вот писательский зуд удовлетворен. В итоге не написано 50 страниц, может быть, знаменитой, замечательной книжки. И никогда не будут написаны. Ну, да, тоже своя. Но опять же, да, но при этом, с другой стороны, оттянуто безумное количество тех, которые могли бы писать
откровенную графоманию. Они вместо того, чтобы писать под видом литературы этот хлам, они там благополучно медитируют в лайв-джорнале, в комментариях ругаются и все остальное. Что с одной рукой спасаем, другой стороны отнимаем. Ну, то есть мы можем сказать, что сам издат и лайв-джорнал — близнецы-братья. Ну, две стороны одной медали. Опять же, хотелось бы, чтобы там человек понимал, что он делает, чтобы у него было место и время и для той, и для другой стороны существования. Ну, чат по этому поводу у нас вот тут немножко опять в очередной раз хочет провокационным вопросом поразить. Человек зашел на счетчик и обнаружил, что и библиотека Машкова, и сам издат далеко не на первых местах. Библиотека Машкова вообще на 17-м месте по счетчику Рамблера. Нас спрашивают: Максим, будете ли вы предпринимать какие-нибудь шаги, обновления, чтобы это все поднималось и было на первых местах, как раньше, или это не является вашей целью? Моей целью является сделать так, чтобы на первые места в Рамблере вышли системы с авторским самоуправлением. То есть, если поднимется самиздат на первое место, или раздел «Русская фантастика», самоуправляемый в библиотеке, или раздел «Русская военная проза», который тоже управляется самими авторами, а движок делал я, это меня устроит. Устроит то, что там библиотека при этом уползет. К сожалению, законодательство у нас такое, что библиотека вот такая, как в чистом виде, она имеет очень много проблем, и дальше этих проблем меньше не станет, по крайней мере. Поэтому там вот как-то вот биться можно, но опять же там можно и обжечься. То есть для того, чтобы повысить популярность библиотеки, туда всего лишь надо положить все книжки на свете. Положивши все книжки на свете, получишь гораздо большее количество проблем с авторскими правами. Не хочешь иметь проблем с авторскими правами — убираешь книжки. Нет книжек — нет читателей, нет первого места. Все очень просто. Да, все очень просто. Ну, хорошо. А все-таки это то, что касается попытки следовать, ну, минимально хотя бы нашему законодательству. Ну, между тем, все мы прекрасно знаем, я думаю, что, Максим, вы тоже в курсе вопроса. Сейчас идет активная, ну, как бы, каким бы приличным словом это назвать, активный расстрел, заказуха библиотек пиратских, которые, в общем, давно уже всем намылили глаз и всеми возможными юридическими способами их пытаются закрыть. Как вы считаете, вот существование тех самых пиратских библиотек, то есть где сканируются новые свежевышедшие книги без зазрения совести выкладывают, а на просьбу автора снять отвечают какими-нибудь хамскими комментариями. Как вы считаете, насколько вот сторонники, они называют себя сторонниками свободного распространения информации, насколько они вообще действительно таковыми являются? Ну, а как сказать? У нас есть баланс, просто люди разные. Там, вот я, например, иду навстречу авторам, ну, как бы легче мне от этого не становится. Кто-то смотрит на мой пример и говорит: вот ты там книжки снимаешь по первому требованию, договариваешься с авторами, ну и что, на тебя не подали в суд? Подали, как миленькие, так чего ради ты старался? Это вот говорят те люди, которые сейчас выдерживают более жесткую позицию в этом направлении. Вот поэтому это дело такое, в которое мне бы не хотелось даже особо вникать. То есть я не хочу, например, быть бойцом за вот за то, чтобы все книги были доступны. Там, это дело достойное, безусловно, на мой взгляд. Потому что это все-таки культура в массы и все такое. Но класть свою жизнь, свое здоровье, там, свое материальное благополучие — это не для меня. А кто-то считает наоборот, для него чуть-чуть это важнее. А вот там опыт показывает, что обе линии поведения имеют свои достоинства и недостатки. Поэтому там ругать эти библиотеки, которые я бы назвал маргинальными, да, я не стану ни в коей мере, потому что люди меняются. Вообще, там, возьмите библиотеку Альдебаран. Там, кто-то помнит, как или библиотека Фензин, как на нее ругались новые авторы. Сейчас они, наоборот, с противоположной стороны. Люди перековались. Так что... Ну, по-моему, перековались-то они как раз по случаю смены владельца у этих библиотек. Не, ну, здрасте. Смена владельцев — это всего лишь смена, скажем так, официальных управляющих пакетов. А люди занимаются ровно те же самые.
Ну что ж, время у нас потихонечку подходит к концу. Я прошу еще задавать вопросы наших зрителей, читателей, участников библиотеки Максима. Ну, в основном из того, что я вот вижу, тут уже повторяется о том, что мы сказали. Вот вопрос, опять же, из чата. Немножко мы его затронули. Давайте конкретизируем. Как вы сами считаете, Максим, есть ли шанс у начинающего пробиться через самиздат? Вот именно начинающего, не тех людей, которые мы с вами перечисляли, а просто вот человек, который написал первый текст. Не, ну эти люди там 3 года назад были ровно такими же неофитами и начинающими. И что? Вот они уже не начинающие, вот они маститы. Это нормально совершенно, потерпите. Я, например, сейчас могу считаться великим программистом или великим интернетчиком. 13 лет назад мои познания в интернете, возможности, ну и то, что я делал, по сравнению даже с тем, что новичок умеет делать, это был мизер, смех, грех. Поэтому все будет. Это, времена-то меняются, я так подозреваю. Времена меняются, но писательское дело, оно там... 100 лет назад были ровно те же проблемы. Я так подозреваю, что вопросы... Все получится. В вопросе подразумевается следующая идея, что из-за большого количества серверов самопубликации, из-за большого количества участников на них, насколько сейчас высок шанс пробиться? Повторю, система интернет очень связанная и гибкая. Как только ты пишешь резонансную вещь, то и оно пробивает на то, что тебя начинают передавать «почитай дальше», все, тебя донесут до всех мест, где бы ты ни начал. Твоя задача написать великую вещь, и б, сделать так, чтобы вот хотя бы ее несколько сотен человек, из которых несколько смогут там случайным образом донести. Там, возьмите пример с Лукьяненко. Когда-то был просто обыкновенный автор, нормальный, входящий в первую десятку. Но он был всего лишь неплохим писателем-фантастом. В какой момент он прогремел? Когда попал на телевизор. Почему он попал на телевизор? Потому что случайно, натурально случайно, кто-то из режиссеров, кто мог его поставить, ему он понравился. Вот человек понравился киношникам. Они сняли по нему кино, и дальше пошла вторая серия. Со стороны кино обратно пришла это самое. Вот классический пример вот этой вот раскрутки. В том числе можно считать, что раскрутка через интернет. Такая вещь может сработать с любым. Как бы тебе надо просто попасть случайным образом на эту струю. Ты можешь попасть либо целенаправленно, если делаешь что, знаешь, что делаешь, куда нести и кому предлагать, либо случайно, если ты написал действительно замечательную вещь. В общем, шансы велики. Чат спрашивает, какие у вас любимые писатели. Ну, братьев Стругацких мы уже упомянули. А еще? Ой, вот так вот всех называть. Там я назову, кто мне понравился, например, за последние 10 лет. О. Санчес с одним своим романом, написавший, как же он назывался-то, потом вспомню. Мне понравился... Последний роман Дивова. Именно последний. Остальные были неплохие, а понравился самый последний, про самоходку. Мне понравился Бобров с его «Временами мертворожденных». Мне сейчас очень нравится Александр Грок, который вот только-только, вот буквально вчера, дописал свой роман про альтернативную историю нашей современности и про войну. Только что сгрузил, буду дочитывать. Пелевин тоже в списке любимых. Какие-то вещи Астафьева, какие-то вещи старых классиков попадались. Да, лучше написать письмо, я потом посмотрю, кто мне нравится. Я все-таки прочел 1005 книг, из них, я думаю, около 500 считаю весьма заслуживающими. Так что счет на хороших авторов идет на десятки и на сотни. Ну, хорошо, что так. Значит, все-таки есть запасы, в том числе из перечисленных фамилий больше половины все-таки самиздата, как я понимаю, да, и Бобров, и Грок. Значит... Подрастут, подучатся. Действительно научатся можно, писать по-русски и без ошибок. Действительно можно пробиться, и действительно из самоздата вырастают таланты. Так что не бойтесь. Как советовал сегодня Максим, не ограничивайтесь своим ЖЖ. Размещайте тексты на серверах самопубликации, у вас появятся читатели, у вас появятся критики, может быть, не такие добрые и ласковые, как ваши папа и мама. Вот. Поэтому всеми возможностями этими, конечно, нужно пользоваться. Вот. А мы, к сожалению, вынуждены
с вами попрощаться. Время нашего эфира подошло к концу. Скажем большое спасибо Максиму за то, что в своем плотном графике нашел время нас посетить и просветить. Вот. А, как обычно, через неделю, если я правильно считаю, 16 декабря в 5 часов включайте «Живое ТВ», смотрите передачи. Да, через неделю.